Новый фестиваль «Камчатка-Рыбацкая» будет проходить на полуострове с этого года. Он станет ежегодным региональным праздником для профессиональных рыбаков. Об этом в ходе брифинга журналистам сообщил министр рыбного хозяйства края Андрей Здитовецкий. В этом году фестиваль пройдет с 8 по 17 октября. Дата проведения. В основу легла дата первой промысловой экспедиции судов активного лова, которая была направлена из Петропавловского района Алюторского залива. Это первый промысловый рейс камчатских судов активного флота, ловивших в открытом море кошельками и дрифтерными сетями. Собственно, эта дата была 8 октября 1936 года. И таким образом, 8 октября этого года, со дня этого события, прошло ровно 85 лет. Вторым событием, о котором тоже имеет смысл, наверное, сказать, является первая попытки, значит, в 1891 году летом, прошу прощения, в 1896 году летом товарищество заготовило на арендованных, русское товарищество котиковых промыслов заготовило на арендованных в районе Усть-Камчатска промысле первую партию соленой чевычи в бочках. Это вот 125 лет со дня этой даты состоялось также в этом году. В рамках проведения фестиваля запланированы деловые, познавательные и развлекательные мероприятия. Их целью является популяризация профессии рыбной отрасли. Мы хотим провести ярмарку производителей рыбной продукции в КВЦ «Инвест». Она пройдет 9 и 10 октября. Мы планируем сделать ее интересной, привлекательной для жителей. Там будут различные конкурсы активности, которые будут развлекательный характер иметь. Ну и, собственно, сами производители продукции наши также будут традиционно присутствовать. Помимо этого, планируется встреча губернатора и членов правительства с учениками профильных морских классов и студентов Камчатского и Морского энергетического колледжа. Предполагается проведение дней открытых дверей в Камчатке-ГТУ и Морском энергетическом колледже. Андрей Здитовецкий добавил, что привычный всем день рыбака никуда не денется. Праздник, как и раньше, будут отмечать в июле. Это такая традиция, которая незыблемая для отрасли, она, естественно, останется. Это праздник общий, он включает в себя и профессиональную, и там, непрофессиональную составляющую. Да? То есть это для всех жителей, не только Камчатки, но и для всей России, да? Праздник такой. Вот. Мы отталкиваемся вот в необходимости проведения собственного праздника на Камчатке из того момента, что вот летом, когда все мы празднуем здесь замечательный день рыбака, очень много кто работает непосредственно в это время на Путине, вот, и не может принять участие в этом праздновании, что, наверное, не очень правильно, потому что такое именины без именинника получается. Вот это первый момент. Ну и второй, уже об этом я сказал, мы хотим подчеркнуть именно профессиональную составляющую этого праздника. Предложение о проведении профессионального праздника рыбаков Камчатки в формате фестиваля было озвучено в ходе Камчатского рыбохозяйственного совета. Губернатор края Владимир Солодов поддержал идею его проведения.